Здравствуйте, это программа «Территория права». С вопросами наследования приходится сталкиваться всем людям рано или поздно. Вам предстоит вступление в наследство по завещанию, а вы не знаете, с чего начать? Человек вправе распорядиться своим имуществом при жизни так, как ему заблагорассудится. В том числе посредством письменного оформления завещания. Вот вступление в наследство по завещанию тоже имеет свои правовые нюансы. Именно на них мы и сегодня остановим свое внимание. Продолжаем разбираться в тонкостях наследственных дел с нотариусом города Новокуйбышевск Ларисой Валерьевной Романовой. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну и мы традиционно работаем в прямом эфире. 202-11-22, телефоны в студии работают. Уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы к нотариусу, к моей сегодняшней гости, вы можете дозвониться к нам по телефонам в студии и задать вопросы свои, ну, не обязательно по наследству и по завещанию. Можно получить консультацию в прямом эфире. Я напоминаю, и по вопросам брачного договора, ну, конечно же, и дарений, и доверенности. Все те вопросы к нотариусу мы принимаем в нашем прямом эфире. Ну и, наверное, первый вопрос. С чего нужно начинать оформление завещания, если человек сам для себя принял взвешенное решение составить завещание? С чего начать первые шаги? Это довольно простая процедура написания завещания. Если вы сформировали уже свою волю, вы четко понимаете, кому вы хотите, чтобы досталось то или иное имущество, вы обращаетесь с паспортом к нотариусу. Достаточно знать фамилии, имя, отчество, дату рождения наследников. Можно взять документы на имущество, чтобы более четко отразить адреса, кадастровые номера или что-то потребуется. Но совершенно не обязательно. Тем более, если вы вообще не хотите конкретизировать имущество, а хотите, чтобы все ваше имущество досталось определенному кругу лиц, то и документов на имущество не надо. Лариса Валерьевна, а вот, допустим, супруги прожили в браке и живут в браке. Ну, оформлено, допустим, все на супругу. Супруг тоже имеет свою долю в наследстве, но на него фактически ничего не оформлено, а он хочет свою долю оставить, к примеру, детям. У него документы на жену, соответственно. Да. Как же быть-то вот в данном случае? И почему-то люди до сих пор ошибочно думают, что если в документе указан один супруг, это его собственность. Да. Нет. По нашему законодательству все, что было приобретено во время брака, является совместно нажитым имуществом супругов. Неважно, на кого оформлено. Неважно, на кого оформлено. На одного из супругов или они значатся вдвоем в совместной собственности. Неважно. Все равно в доле каждого супруга имеется только пережившего супруга. Например, люди в браке купили квартиру, оформили на одного супруга. Супруг умирает. Никто не обращается за оформлением наследства. Квартира была оформлена пережившую супругу. И тут супруга решает продать или разменять, поменьше взять квартиру, неважно каким способом. Обращаются в органы регистрации, а органы регистрации им говорят: нет, эта квартира была совместно нажитая, значит, вам придется оформить наследство. В любом случае, неважно, на кого была оформлена именно купленная, приобретенная квартира. Я почему заостряю на это внимание? Что если вам сделали подарок при жизни, подарили вам квартиру, ваш супруг не имеет к этому отношения. Это ваше личное имущество. Не было затрачено совместно нажитых денег. Как в браке, так и вне брака. Неважно. Неважно. По любым безвозмездным сделкам это ваше личное имущество. По любым возмездным сделкам, то есть где вы затратили совместные нажитые средства, это является совместно нажитым имуществом. В любом случае, если мы не изменили это брачным договором, совместным завещанием или еще какими-то возможными инструментами, в любом случае доля супруга там имеется. Надо оформлять наследство. То есть, чтобы совершить дальнейшие действия, как вы сказали, поменять, продать, нужно пойти к нотариусу и оформить это на себя уже полностью. Квартиру, там, машину, неважно, дачу, гараж и так Совершенно далее. Верно. То есть, оформлять сразу нужно все имущество, которое попало в наследственную массу. Да, почему-то люди всегда думают и приносят документы только на то, что вот оформлено умершего. Это неверно. Спасибо. Продолжим, но примем звонок от вас, уважаемые телезрители. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Да, слушаем. У нас вот трехкомнатная квартира, приватизированная на троих. Теперь мы свою долю с мужем хотим подарить сыну. Скажите, сколько это будет стоить? Спасибо.
Спасибо. Вопрос понятен? Вопрос понятен, да. Этот договор, про который сейчас сказала телезрительница, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, так как у нас фигурируют доли, а не целое имущество. Поэтому надо обратиться к нотариусу с документами, с паспортами и оформить договор дарения этих долей. Стоимость данного договора зависит от кадастровой стоимости. 0,5% от кадастровой стоимости плюс 4,300 – это технические работы. Нотариусу. Нотариусу, да. Более подробно нотариус скажет конкретно, когда увидит кадастровую стоимость, и все пояснит заявительнице. Но общий размер считается так. 0,5% от кадастровой стоимости плюс 4,300. Угу. Ну, а кадастровая стоимость исчисляется в зависимости от района? Она у нас установлена, налоговыми органами, поэтому здесь не может быть каких-то сочинительств и тому подобное. И какой-то с неба взятый она цифра, значится, да? В выписке, да, в выписке из ЕГРН, кадастровая стоимость указана объектом. Обратиться можно абсолютно к любому нотариусу? Абсолютно к любому. Близлежащему? Ну, в городе, где находится недвижимость. Так, да. Да. Потому что любая недвижимость у нас отчуждается по месту нахождения. Угу. То есть, если это Самарская область, то нужно к любому нотариусу Самарской области. Самарской к любому, области. Да. Спасибо большое. Мы в прямом эфире ждем ваших вопросов 202-11-22. Дозванивайтесь, уважаемые телезрители, и задавайте ваш вопрос. Ну, а нотариус обязательно вам очень подробно, четко, профессионально ответит. Мы слушаем вас. Здравствуйте, говорите. Слушаем вас. Алло. Не слышно. Не слышно? Звонка нет. Пожалуйста, дозванивайтесь к нам. Если вдруг линия занята, набирайте, и ваш вопрос обязательно попадет к нам в эфир. Скажите, пожалуйста, что может входить в наследство, а что нет? В наследство входят все имущественные права, обязанности в том числе. И в том числе долги. Иногда люди думают, что я приму только хорошее, от плохого откажусь. Mm-hmm. Так невозможно. Если мы принимаем имущество, мы принимаем долги умершего человека. Поэтому надо внимательно смотреть на имущество. Как узнать о долгах, Лариса Валерьевна? Ну, в основном наследники сами знают, что были какие-то кредиты, неисполненные обязательства и тому подобное. Не переходят только обязательства, тесно связанные с личностью. Допустим, если у меня были обязательства по алиментам, и я умерла, грубо говоря, то это обязательство прекращается. По этим обязательствам мои наследники не будут отвечать. То есть то, что лично связано с наследодателем, да, наследники не несут ответственности. Любые другие долги, они отвечают в рамках стоимости наследственного имущества. Если, допустим, в наследство попала квартира, а на нее до сих пор выплачивается ипотека, здесь как быть, как можно просчитать вот именно стоимость, сколько еще осталось уплатить и ценность самой квартиры? Здесь вот принимается решение индивидуально, наверное, наследниками. Но... И если отказываются, куда идет это имущество? Но от ипотеки еще никто не отказывался, mm-hmm. так как в основном это совместно наше имущество. И у нас всегда есть заемщик и созаемщик, который будет отвечать по выплате этой ипотеки. В любом случае, больше, чем стоит эта квартира, с вас никто не возьмет. Мы отвечаем только в пределах стоимости наследства. Mm-hmm. Больше с нас взять не могут. Поэтому долги бывают разные, и если человек взял кредит, да, за него придется отвечать уже наследникам. Гасить или каким-то образом вступать в взаимодействие с банком. Другого пути нету. Скажите, пожалуйста, а каким образом кредиторы узнают о переходе долга к наследникам? Сейчас все стремительно цифровизируется и развивается, и в том числе электронный оборот, и межведомственный у банков с Росреестром и тому подобное. То есть узнать не проблема. Не проблема, угу. Да. Особенно наш глобальный Сбербанк, он узнает в кратчайшие сроки о смерти, так как имеет доступ к базе ЗАГСа. Когда вносится информация о смерти, угу. банки очень быстро узнают об этом. Спасибо. Принимаем звонок. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы вас очень внимательно слушаем. Задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, если счета остались в банках в одном из государств СНГ и есть, значит, наследственное дело, то есть открытые нотариусом и оформлены полностью, как получить эти деньги из зарубежного государства? Ну, спасибо вам большое. Вопрос интересный. Спасибо. Лариса Валерьевна. У нас местом открытия наследства является последнее место жительства на территории Российской Федерации. Так.
Но если, как телезритель сказал, дело заведено и уже оформлено, так понимаю, на территории uh-huh. Российской Федерации оформлялось, надо обратиться к нотариусу, где вы вели это наследственное дело, чтобы нотариус сделал запрос там, где находится на территории зарубежного, да, я так понимаю, государства, там, где находится бывшего имущество СНГ. Uh-huh. СНГ, да. И ждать ответа. Но, к сожалению, сейчас еще с условием пандемии все происходит очень сложно и тому подобное. В любом случае надо обратиться к нотариусу, где вы вели, и дальше продолжить это наследственное дело у того нотариуса. Какие-то взаимодействия найдутся, нотариус пошлет запрос, какой ответ придет, оттуда уже и... играть. Ну вот странная ситуация. Нет, обычно, когда оформляется наследство, нотариусы запрашивают же в банке, узнают о счетах, о вкладах, и, соответственно, может быть, это... наследники не сказали об этом сразу? А нотариус сам не проверяет? Нужно заявить об этом? У нас нет единой базы. Наследник так у нас не работает. Наследник mm-hmm. пришел и сказал, сделайте мне запрос, вот куда хотите. Так mm-hmm. не работает mm-hmm. у нас. Нужны конкретные банки, конкретное место их нахождение, и нотариус делает тогда туда запрос. Делает запрос. Да. Спасибо. У нас есть еще один звонок. Мы вас очень внимательно слушаем. Здравствуйте. В дополнение да, к предыдущему заданному мной вопросу. Дело в том, что из зарубежного этого государства не приходит ответа. Несмотря угу. на все полностью все выявленные нотариусом счета, предъявленные книжки, угу. ответа нет. Спасибо. К сожалению... Илью коллеги... Тут поможет? Можно обратиться, да, через взаимодействие Министерства юстиции. Допустим, мы часто к этому обращаемся, когда наследственные дела ведутся и в бывших странах СНГ, и там коллегам нужны наши наследственные дела для определения круга наследников. И также наоборот, да, через Министерство юстиции мы обращаемся. Но я еще раз повторяю, особенно вот сейчас... Это очень сложно работает. Угу. Особенно Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан. Это какая-то непробиваемая стена, так скажем. Угу. Да, мы ответов ждем и по 60, и по 90, и по полгода. И, к сожалению, иногда они бывают и недостоверные. Хотя даже книжки на руках есть у человека. Ну, выход-то какой-то должен быть. Наша нотариальная палата, наше сообщество нотариальное может как-то повлиять, помочь? Это только через органы Минюста угу. можно как-то сдвинуть эту проблему. Других что рычагов взаимодействия нету. Я думаю, надо опять обратиться к нотариусу, и чтобы нотариус обратился в Министерство юстиции каким-то образом сдвинуть эту ситуацию. Но, к сожалению, у нас рычаги очень маленькие тоже. Mm-hmm. Если только туда самому ехать, что сейчас, опять же, да, невозможно. Да. И опять же, у банка закрытая история, и не дают ответы на руки наследникам, допустим, даже с запросом нотариуса зачастую, они отказывают, так как у них тайна персональных данных. Угу, угу. Очень такая сложная Спасибо. Ситуация. Да. Ну, мы желаем вам разобраться в этой ситуации, и да. на всякий случай, да, вот периодически появляется телефонный сайт Нотариальной палаты Самарской области. Обратитесь. Я так думаю, что проконсультируют вас в любом случае, так как это сделала моя сегодняшняя Конечно. Гостья, ну и вдруг помогут тоже. И у нас есть звонок. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушаем. А, у меня такой вопрос. Существует квартира, в которой участвуют другие квартиры. Обязательно участвуют четверо людей. Это бабушка, дочь и двое ее детей. Так. Через какое-то время умирает один из участников. Претендент – это дочь. Да, угу. Кому принадлежит эта доля? Хотелось бы узнать. Вот. Кому принадлежит то есть доля наследства? И через какое-то время умирает потом муж дочери. То есть остались бабушка и двое детей дочери, верно? Да, все правильно. Участники приватизации. Кому принадлежит доля... дочери. Ну, опять возвращаемся к теме да. завещания. Спасибо. Да? Угу. Если не было завещания, у нас идет наследование по закону. Наследование по закону, наследники первой очереди, дети, супруги, родители. То есть из этой ситуации можно сделать вывод, что наследниками дочери будет мама, ее дети и супруг. Здесь надо конкретно смотреть на ситуацию с супругом, если они были в зарегистрированном браке на день смерти, если супруг вместе был прописан с умершей, что является фактом
принятие наследства, то также та долька, которую мог бы унаследовать ее супруг, уйдет в наследство супруга фактом совместного проживания. Да. Здесь будет такой расклад. Ну, то есть сейчас, когда нет в живых и дочери, и супруга, эти доли после их... супруга опять, если не было завещания, опять наследуют дети, если это их общие, конечно, дети, родители, бабушка уже не будет уже наследовать. Не будет наследовать. Да, она уже не наследник мужа ее дочери. То есть родители мужа, если они если есть они живых, есть, они родители мужа могут наследовать после него. То есть да. Вот сейчас с документами к нотариусу обратиться, если не было заведено наследственное дело, кому? Детям, детям родителям, и маме, супруга получается. И бабушке, да. Которая зарегистрирована. Ну, я думаю, что ответ понятен. Спасибо. Мы продолжаем общаться в прямом эфире и слушаем ваш вопрос. Здравствуйте, уважаемый телезритель. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Знаете, я хотела вопрос вот такой задать. У меня у мужа был земельный пай в Белгородской области. Мы там жили, в Белгороде, он там его получил. 3,8 гектара. И вот 4 дня, как он умер. Так. А этот земельный пай остался на нем. Мы имеем право какое-то, ну, получить землю на себя. Как нужно, да, оформить этот участок и что нужно для этого сделать, да, Лариса Валерьевна? Ничего страшного, не надо так переживать, что пай находится в Белгородской области, вам туда не придется ехать. Вы обращаетесь к любому нотариусу, который вам удобно, в городе Самара, я так понимаю, раз супруг проживал уже в Самаре. Говорите о том, что имеется имущество в Белгородской области. Нотариус делает запрос в Росреестр. Если имеется возможность такая, все документы поступят нотариусу в наследственное дело, и здесь вы получите документы на пай. Не переживайте, если имущество находится в других областях. Ничего страшного. На месте все оформите. Ну, если документы еще и есть, вот у телезрительницы, которая дозвонилась на эту землю, но если есть подтвержденный факт, то, наверное, они имеются. Я не думаю, что будет проблем. Нужно, да, с документами к нотариусу обратитесь, все подскажут, не переживайте. Спасибо большое. Мы продолжаем разговор. 202-11-22. Дозванивайтесь, уважаемые телезрители. Воспользуйтесь этой уникальной возможностью в прямом эфире получить бесплатную консультацию нотариуса. Звоните. Время у нас еще есть. Ну, а мы продолжаем. Ситуация. Мы несколько раз рассматривали в рамках прямого эфира эти вопросы, но, тем не менее, задам я его вам. Что делать, если между наследниками возникли разногласия? Кто в первую очередь их урегулирует? Что делать, если возникли разногласия? Надо договариваться, что делать. Другого пути нету. Или это выливается, естественно, вхождение по судам, довольно недешевой процедуре, довольно долгой процедуре и тому подобное. Лучше, конечно, договариваться сразу на берегу, так скажем. Ну, договор договором, но все-таки есть, наверное, закон, который урегулирует все эти правоотношения. Законом достаточно четко все упорядочено, кто имеет право обратиться за наследством. И нотариусы консультируют и сразу говорят, что вы имеете право, а вы, к примеру, нет. Конечно. И вот даже по судам, уж поверьте, да, вашему опыту ходить не стоит. Есть у нас еще звонок, и мы слушаем вас, уважаемый телезритель. Здравствуйте. Говорите, алло. А, еще раз добрый вечер. Еще раз добрый вечер. Я же сделал звонок. Да. У меня вопрос больше в студии. Да. А мне как-то есть просто ситуация. Дело в том, что в момент смерти одного из участников, в данном случае была дочь. Так. С мужем они не были, уже как бы не жили. Не жили. И он был в другом браке, но не официально не разведшись. Но официально разведены не были. Да. Так? Ну, значит, они то на момент смерти были... То есть на день смерти были, они в зарегистрированном браке находились. Да. Ну, если другая семья, конечно, этот факт не будет оспаривать, но она, в принципе, не может этот факт оспорить, то он остается наследником умершей дочери, про что мы говорили.
Спасибо. Вопрос от телезрителей задаю, но мы принимаем ваши звонки также по телефонам студии, вы их видите на экранах. Вот Людмила Степанова спрашивает, сколько времени с даты смерти владельца имущества можно не вступать в наследство? И как нужно платить налог на землю с момента смерти или с момента вступления в наследство? У нас общий срок принятия наследства 6 месяцев со дня смерти. То есть день смерти является днем открытия наследства. По налоговому кодексу у нас установлено, что в связи со смертью налогоплательщика прекращается выплата налогов. Но независимо от фактически принятия наследства, мы уже несем бремя содержания имущества. Поэтому налоги мы должны платить независимо от времени получения свидетельства о праве наследства. Даже если вы пришли в нотариальную контору, подали заявление о принятии наследства и не получаете свидетельство о праве на наследство, налоговая, когда вы получите свидетельство о праве наследства, вправе выставить вам за 3 календарных периода налог. Поэтому не надо думать, что я посижу дома, не буду получать свидетельство и налог не заплачу. Нет. У нас по законодательству мы принимаем наследство с момента открытия наследства, тем более факт принятия наследства проживанием совместным или содержанием имущества. Также у нас по законодательству предусмотрено. Поэтому по налогам придется отвечать. Да, спасибо. Слушаем следующего дозвонившегося. Здравствуйте, уважаемый телезритель. Мы вас очень внимательно слушаем. Здравствуйте. 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 Я хотела вот проконсультироваться. У меня в собственности 2 квартиры. Муж умирает, но он уже в 13-м году умер. Вот. А квартиры эти обе на мне. Дети в приватизации не участвовали. Вот теперь я хочу оформить одну квартиру на сына. Но только я не знаю, по завещанию или по дарению. И чем это отличается друг от друга. Спасибо большое. Спасибо. Вопрос очень хороший. Слушайте ответ. Спасибо. Заявительница сказала, 2 квартиры у нее. И в том числе приватизация. Вот то, что мы с вами говорили в начале передачи, приватизация является личным имуществом гражданина. То есть не было затрачено совместных денег. Если, как сказала заявительница, ей одна квартира принадлежит по приватизации, она хочет подарить ее сыну, проблем не вижу. Но если вторая квартира, про которую нам телезрительница сказала, была приобретена во время брака, здесь будут затруднения. Ей надо оформить на эту квартиру, которая именно была, если она была приобретена во время брака, то есть затрачивались деньги, надо оформлять наследство. Разница между завещанием и дарением... Сразу уже... один момент. Давайте. 2013 год. Пропущен ли, получается, срок принятия наследства? Нет, я не думаю. Раз заявительница сказала, что она обращалась, по-моему, к нотариусу, что-то, что-то она оформляла, ну, кроме этих квартир, допустим, то она продолжает наследственное дело. Есть, да. То продолжается. Да, также продолжается. Притом, я думаю, проживали вместе. Фактом совместного проживания она также срок не пропускает. Разница между завещанием и дарением уже неоднократно мы на передаче обсуждали. Завещание – это распоряжение на случай смерти. Дарение – это сейчас, в реальном времени. Вы подарили, вы уже не хозяйка. Как на день рождения мы ходим, дарим подарки, мы не выставляем никаких условий, да? Это же подарок. Мы же не говорим, что ты эту кофту оденешь только по красному дню календаря. Да. Нет, он уже подарком распоряжается по своему усмотрению. И также может ее продать, то же и также самое. Передарить. Если вы подарили кому-либо квартиру, он вправе распоряжаться уже по своему усмотрению, не дожидаясь вашей смерти. Спасибо большое. И следующий вопрос мы принимаем, слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня квартира не приватизированная. У нас 2 ордера на мужа и на меня. Двухкомнатная квартира. Но когда дочь родилась, мы сами ее не прописывали, но в справке о составе семьи написано, что она проживается. Понятно. Но эта справка не документ. Угу. Что мне сделать? Мне надо знать, что у меня дочь прописана в этой квартире. Спасибо. Вопрос понятен? Не совсем. Не совсем. А вы еще с нами? Вот...
Убавьте, пожалуйста, звук телевизора. Очень сильные помехи идут, мы вас плохо слышим. И какой конкретно вопрос? Вот теперь прекрасно. Повторите, пожалуйста, ваш вопрос. Алло. 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 Да, повторите, пожалуйста, ваш вопрос. У нас двухкомнатная квартира. Угу. Неприватизированная. Два ордера на мужа и на меня. Так. Так быть не может, один там ордер просто. Так. Значит, так, справка о составе семьи, то, что у нас есть дочь. Общая, ну, как говорится, наша девушка. Да-да-да, мы поняли. В справке о составе семьи написано, что она проживает, но это не документ. В ордере она не прописана ни у него, ни у меня. Единый лицевой счет на него. Вопрос? Мне документ, подтверждающий, что она прописана в моей, в нашей квартире. Спасибо. Мы когда с ним соединялись, просто здесь жили одни соседи и другие. И мы с ним были не расписаны и соединились вместе, а уже потом расписались. Спасибо вам большое. Квартира не приватизирована. Можно ли считать это вообще какой-то наследственной массой? Нет, квартира не приватизированная, по наследству у нас не переходит. Да, это муниципальная имущество, да? Государства, да, муниципалитета. Справка о составе семьи, да, дочь и не вписана в ордер. Она, может, ее и не было на тот момент, когда выдавали ордера. Я так понимаю вопрос. А зарегистрировано лицо на той или иной жилплощади, у нас справка о составе семьи. Другого документа, ну и штамп в паспорте, да, что я зарегистрирована по такому-то адресу. Это носит больше административный порядок, где мы зарегистрированы. Раньше, да, очень важна была прописка и регистрация и тому подобное. Я так понимаю, если сейчас заявительница захочет приватизировать квартиру, и ее совершеннолетний ребенок, он уже совершеннолетний, я так понимаю, дочка, она может отказаться от приватизации, независимо от того, что она зарегистрирована на указанной площади. У нас не могут отказаться от приватизации несовершеннолетние, естественно. Там принимают решение родители и приватизируется на всех, кто зарегистрирован в указанной квартире. Да. В данном случае справка является подтверждением, что дочка зарегистрирована на этой жилплощади. Да, она не собственник, и собственников нету там на сегодняшний момент, кроме муниципалитета. Они все находятся в равных правах. То есть в равных правах понятно. То есть если вы хотите, чтобы эта квартира стала была личной, вашей личной, то есть сейчас нет препятствий пойти ее приватизировать. Нет препятствий, да. Тем более, если заявительница не хочет, чтобы в числе собственников была дочка, дочка может отказаться от приватизации. Скажите, а если вот у этой данной семьи, или если мы в общем рассуждаем, уже есть приватизированное на их имя какое-то жилье, то эту муниципальную квартиру приватизировать уже да, нельзя? Да, у нас бесплатная приватизация, но опять же для совершеннолетних. Угу. Допустим, если на момент приватизации ребенок был несовершеннолетним и поучаствовал в приватизации в какой-то квартире с родителями, он имеет право на, так скажем, повторную приватизацию бесплатно в осознанном возрасте. Угу. Только то есть можно исключение. Приватизировать квартиру уже, к примеру, на ребенка, если эту возможность утратили родители. Да. Спасибо. Совсем немного времени остается. Знакомая бабушка хочет оформить договор дарения квартиры на мою маму, но у бабушки есть дочь, с которой она не хочет ничего оставлять. Может ли дочь оспорить договор дарения после смерти бабушки? Вот такой вопрос Наталья задает. Ну, оспорить все возможно. У нас, конечно, было бы желание. Но кроме желания еще должны быть веские основания. Угу. По какому поводу вы хотите расторгнуть договор дарения. Я думаю, всегда веское основание, то, что бабушка не отдавала отчет своим действиям. Угу. Все. И на то, если я, как истец, прихожу в суд и говорю, что права мои тем или иным образом затронуты, я должна доказать этот факт. Не кто-то иной. Угу. А надо, наверное, запастись справками, И общаться с близкими. Да. Вот это прекрасное пожелание в конце нашего эфира. Я благодарю вас. Спасибо большое, да, за участие в программе. Спасибо за вашу помощь, Елена, нашим уважаемым телезрителям. Ну и, конечно, всем тем, кто был сегодня с нами, огромное спасибо. Увидимся. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго. Будьте здоровы.